Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном Руану в Бангладеш, возросло до 23. Стихия сопровождалась сильным ветром. Его скорость достигала 90 км в час. Волны поднимались в высоту до 7 метров. Из опасных районов эвакуировали 500 000 человек. Ущерб от циклона подсчитывается. В Министерстве по борьбе со стихийными бедствиями сообщили, что в ближайшее время погода улучшится. Угроза оползней сохранится лишь на юго-востоке страны. Отмечу, ранее Руану принес разрушения в Шри-Ланку. Там погибли 150 человек.